В Люберцах прошел фестиваль по спортивной рыбалке. Это мероприятие впервые состоялось прошлым летом, и тогда его решили сделать ежегодным. Жители и гости городского округа соревновались в ловле рыбы на Большом Красковском карьере. Как и в прошлом году, участников мероприятия ждало денежное вознаграждение за самый большой улов, а также кубки и грамоты за победу в номинациях «Самый юный рыбак» и «Самая большая рыба». А главный приз – 100 тысяч рублей разыгрывался за золотого карпа. Окольцованную рыбу запустили в водоем и дали на его ловлю 3 часа времени. Рыбалка – это всероссийское, да, мировое любимое занятие, времяпрепровождение людей. Поэтому и фестивали, они проходят по всей стране, где масштабы, где менее масштабы. Но они проходят ежегодно и на всей территории нашей необъятной родины. Спортивный фестиваль приурочен ко Дню рыбака в России. Его отмечают во второе воскресенье июля. Всего в соревнованиях приняли участие 69 человек. Возраст рыбаков от 5 лет и старше.